Ну, наша компания, я коротко, компания создана в 2004 году, занимается производством микробиологических препаратов для растениеводства и животноводства. Находимся мы в Тимашевске, Краснодарского края. Следующий. Это краткий как бы обзор предприятия для сведения, хотя бы для информации, да, это линия по розливу препаратов. Дальше. То есть, ну, видно, цехов предприятия в целом. Дальше. Значит, это вот такие препараты мы выпускаем. Я быстренько пробегусь. Это Геостим на основе арматриходерма, БФТИ, биофунгицид, это бациллярный препарат. БСК-3, здесь три действующих, три штамма. Инсектив, это инсектицидный препарат. Дальше, ну и дальше препараты, так сказать, Геостим, фита для обработки сизмян, Б для, также по, в том числе по упражненным остаткам, просто здесь больше штаммов. Есть фидмарк ИД для инокуляции, в том числе, то есть комплексный препарат для инокуляции, фунгицидная часть бобовых культур. Е это для обработки семян подсолнечника, и есть фидмарк ИЖ, это чисто стимулирующий препарат, там три штамма, азот фиксаторы, фосфоролитики, хитромиум, то есть вот такие препараты. Дальше. Ну, не буду я преимущества рассказывать биопрепаратов, дабы время не занимать, я думаю, все, в общем-то, знают. Дальше. Значит, и здесь чисто такие производственные материал, производственный материал, результаты по применению биопрепаратов. И здесь в цвете четко, так сказать, выделено, да, что мы меняем, это химическая, как бы, часть и опытная часть, это вот при обработке семян, это вот КФХ коробка, прочищенная кукуруза на зерно, значит, здесь обрабатывали семена вот препаратами биологическими, здесь работали, так сказать, выход труб тоже препараты вместо БСК-3 и стимулирующая часть. Вместо Амистара экстра. Значит, получили вот такой урожай, грубо говоря, 67, 62 и 30 кг. Прибавки, ну, я обращаю внимание как раз на экономику, на тему нашего, так сказать, семинара. Затраты составили в левой части 3300, здесь 284, то есть на 1225 рублей дешевле. Как минимум урожай биопрепараты не понизили. Значит, следующее хозяйство, не надо, вернитесь, это уже не этот самый. Это Гармаша, это Павловский район, хозяйство Гармаша. Значит, смотрите, здесь обработка семян, здесь обработка в фазу колышения, то есть, как бы, ну, это в 2020 году, первой обработки как бы не было совместно с гербицидами, которые мы делаем. Урожайность получили вот как бы на уровне там, примерно одинаковые 1,3 центера, но затраты на 960 рублей здесь меньше. То есть я еще раз обращаю внимание, что мы биопрепаратами урожай как минимум не понижаем, да, а в экономике выигрываем. Следующее. Значит, это агрокомплекс Ставропольский, предшественник тоже, здесь по гороху. Также обработка, по первой обработке, это совместно с гербицидами, вот там ЗИМ-500, здесь БСК. Вторая обработка, чисто биология, там титул ДО, здесь чисто БФТИМ, то есть как бы здесь мы не, ну просто суши, нет необходимости поработать химическими фунгицидами, поэтому биология здесь справляется. Вот получили такой урожай на уровне там 33-35 центнеров. Ну и затраты на 437 рублей дешевле эта обработка, чем чисто химическая. Значит, также 2021 год, это в этом году агрокомплекс Ставропольский, Айгурский.
Здесь обрабатывали совместно с гербицидами, значит, ДИМ-500, здесь БСК-3. Вторую обработку тоже обращаю внимание, что там титул-2, здесь БФТИМ. Здесь чистая биология защита была. Просто, ну, там более сухие условия в этом году были, поэтому биология здесь справилась. Вот прибавка в пределах до 2 центнеров, разница 434 рубля. Дешевле, просто по стоимости дешевле. Мы уже не говорим там о других факторах полезных применения биопрепаратов. Значит, это Сармат, Никлиновский район. Хочу подчеркнуть, такая схема, как в предыдущем. Это все, так сказать, агрофирма там, Качева. Но здесь обильные очень осадки были. И когда, ну, просто предприятие захотело именно такую схему, хотя мы вот второй обработки, при том в дозе БФТИМ 2 литра, ну, как бы такой вариант не очень хороший, скажем, рискованный в особо влажных условиях. Но в то же время, ну, пришлось сделать, значит, практически урожай одинаковый, затраты ниже. Ну, хочу подчеркнуть, что по влажности, конечно, там, ну, влаги было очень, дождей выпадало очень много. Это для биопрепаратов это, так сказать, ну, как бы сложная ситуация. То есть фитосанитарная обстановка, когда при влаге, вы все знаете, она гораздо слышна. Значит, это Витязь, тоже Ростовская область. Здесь, смотрите, здесь обрабатывали по пожневным остаткам. Здесь кущение, так сказать, БСК плюс ГСТИМ, то есть стимулирующую часть мы обязательно добавляем. Хороший препарат обязательно, как бы, он способствует и азот, усвоение азота, фосфора, калия. Дальше химобработка в колышении. Смотрите, там Амистар Трио, да? А здесь у нас, так сказать, минимальная норма Амистар Трио, то есть здесь совместно с БФТИП 2 литра. То есть мы сделали здесь такой интегрированный подход, то есть биология с химией. Получили вот 5 центнеров прибавки и затраты на 456 рублей меньше. То есть это просто затраты. Если с учетом прибавки посчитать, то это, ну, экономика еще лучше, скажем так. Но здесь как бы полный, так сказать, дальше, может. Значит, это Каневская родина, район, это родина Челбасская, да, здесь работали совместно с гербицидом в сравнении с титул-2 БСК и с ТИМ. Значит, и по флаговому листу работали также колоссально, минимальная норма плюс БФТИМ 2 литра. То есть вы получили здесь, и заключительная обработка солигор была, химический фунгицид и на стандарте, и на опыте. То есть получили абсолютно равную урожайность, но затраты на 847 рублей ниже. Я подчеркиваю, что вот эта схема, где биология с химией, да, как минимум мы урожай здесь не теряем, но затратную часть уменьшаем. Дальше. Это Октябрь, Кущевский район, это юг Руси. Значит, здесь также совместно вот кущение, как первая обработка, вот, и потом цветение, ну, как работали, здесь тоже БФТИМ с колоссалис. То есть урожай получили в районе 31-33 центнера, 2 с лишним центнера, затраты на 472 рубля ниже. То есть это вот, ну, везде повторяется дальше. Это тоже Ростовская область, это тоже юг Руси. Сергей Борисович, здесь одна минутка у вас осталась. Хорошо, я уже как бы практически заканчиваю. Здесь также совместные обработки. Урожай 4,8 центнера прибавки получили на 580 рублей дешевле. Дальше. Это конкретные факты. По Мираторгу, это Курская область. Тоже хочу обратить внимание, в чем разница здесь. Видите, здесь одинаковая вся схема, что слева, что справа, но справа в кущение мы добавили гиестим фиджи, специально
предприятие решило, ну, как бы, посмотреть на эффективность этого препарата стимулирующего. Смотрите, урожайность на уровне 52-55, 3,7 центнера прибавки на 260 рублей дешевле. Ну, в агрохолдингах всегда сложнее работать, потому что, ну, как правило, у них средства защиты, ну, все равно, как бы, у них есть возможность дешевле это брать. Дальше. Но это вот как бы все, последняя таблица, этот самый. Это как бы схема применения вот биопрепаратов в среднем здесь. Вот впущение мы рекомендуем это на весну, если уже как бы рассматривать. Это БСК Фиестим Фитмарк ИЖ, 2 литра плюс литр, плюс Гумел Люкс, там импровер. Это все, ну, мы как бы рекомендуем. Это адъювант, который как бы способствует более эффективному применению. Затраты это в пределах 954, это усредненные. Это вот по опытам просчитали. Вторая обработка. Все, Сергей Борисович, спасибо, спасибо. Или биология, или чисто. Замечательно. А альтернатива химии или совместно с химией, результат очень важен, экономический. Есть вопрос к Сергею Борисовичу? Нет, двигаемся дальше.